Владельцы личных подсобных хозяйств, которые лишатся поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы, получат компенсации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Напомним, карантин введен в 5-километровой зоне вокруг свинокомплекса в селе Шорохово. Животные подлежат уничтожению. Естественно, свинопоголовье, которое изымается у частного сектора, это за него будет компенсация. Изъятие происходит по акту, значит, производится взвешивание, фотофиксация, и свинопоголовье изымается. Значит, расчеты будут произведены после того, как будет снят карантин, и все мероприятия будут закончены. Значит, окончательная цена, мы сейчас ведем тоже консультации и согласования, потому что здесь должно быть все сделано в рамках действующего законодательства, поэтому мы находимся сегодня в консультациях с различными структурами, в том числе с прокуратурой. К вечеру на портале правительства Тюменской области появилась конкретная сумма компенсации – 130 рублей за килограмм веса животного.